Симферополь накрыл ливень. В разных районах города подтоплены улицы. Мощные потоки воды текут по дорогам, которые напоминают реки. Видео последствий сильного дождя опубликовали очевидцы в социальных сетях. Граждане сообщают, что в районе площади Амедхана Султана в центре города, а также в районе площади Московской выпал град. В районе улицы Глинки на востоке Симферополя уровень воды достиг 30 сантиметров, оказались подтоплены автомобили. На дорогах образовались огромные лужи. Из-за сильного ливня самолеты не смогли приземлиться в аэропорту Симферополя и направились на посадку в Анапу, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.